Привет всем, я рад вас приветствовать на канале Два Копа, и с вами я, Донат Гонзалес. И сразу хочу сказать, что вы, наверное, соскучились по видео, но видео давно не выходило, про рубрику It's My Life я что-то подзабыл, да и забегался немножко, но по причине того, что у меня сломался монитор, я не смог смонтировать материалы, вот. Причем сломался он так, что я сначала думал, что это проблема с компьютером. Снес систему, поспешил, людей насмешил. Вот. И в итоге потом только допер, что проблема не в компьютере, а в мониторе. Вот. Странно вообще, странная поломка. Монитор перестал поддерживать разрешение выше 1090 на... Ну, в общем, поддерживает только HD разрешение, Full HD. Причем узкоформатное, а не широкоформатное, с полосками черными. Так что, если кто-то знает, в чем проблема, подскажите. Вот. Но проблема не в драйверах, это точно, потому что обновлял драйвера, ставил, включал к другому компьютеру, заведомо исправному. Ничего не помогает. Вот. Но монитор как бы отчасти работает, но работает в каком-то непонятном режиме. И сейчас я уже забрал новый монитор, вот он сзади на сиденье, занимает все сиденье. Взял в этот раз, ну решил, раз уж пришел момент замены монитора, решил, что стоит взять еще чуточку побольше. У меня был 24 дюйма, а это 32. Вот, и но материалы у меня все остались, отснятые рыбалкой еще. Оп. Вот, и как только я приведу компьютер в соответствующий вид, то я домонтирую. У меня в проекте все осталось, так что потерпите. Ну вот мой старый мониторчик, добрый LG 24 дюйма. Отличный монитор. 10 лет он у меня работал. Ну, может быть, около того. LG Flatron V2486L. В общем, он, как я уже сказал, показывает почему-то в узкоформатном, вот в таком формате стал показывать. И здесь черные полосы. Но дело, как я уже сказал, не в драйверах. Я его разобрал, посмотрел, думал, может, какой конденсатор вспух. Но ничего. И, ну, ничего обнаружить не смог. По причине того, что я не особо разбираюсь. Знаю только какие-то общие принципы. Вот, но я его, естественно, выбрасывать не буду. Может быть, его можно отремонтить или на Алисе заказать какую-нибудь новую микросхему внутреннюю. Там маленькая микросхемка, всего-то матрица и маленькая микросхемка. Может быть, можно по дешевке заказать и восстановить этот монитор. Потому что жалко, матрица целая, и он отличный. И восстановлю и поставлю место вон того здесь, в моей мастерской. Как вы уже видите, тут потихоньку появляются новые инструменты. Кому интересно, пишите в комментариях зимой, когда копа не будет. Буду транслировать отсюда самоделки и поделки, самоделки и так далее. Вот. Такие пироги. Жалко монитор, блин. Помогите. Кто разбирается, может, смотрят, какие электронщики, радиолюбители. Ну, а вот это уже новый зверек. Широкоформатный, ультраширокий LG, 34 дюйма или 87 сантиметров по диагонали. Ну, брал такой специально для того, чтобы было удобнее монтировать видео, также работать с аудио и тому подобное и так далее. Не знаю, делать вам тут распаковку экспромтом или нет, может, кому интересно. Ну, вот такая вот вещь, широкая, что даже не влезает, не хватает угла объектива камеры. Поверхность матовая, то есть не бликует. Ну, сейчас они в основном все. Запах, аромат, как я люблю запах новой техники. Это что-то с чем-то, это как, ну, запах нового автомобиля. Кто чувствовал, тот поймет. Пленочки, шленочки все, но это будем потом снимать. Сейчас поставлю его на его ногу. Посмотрим, как это все будет смотреться. Здесь кабеля
диск. Еще диск прикладывает. Странно. Я думал, уже не прикладывают новую технику диски. Тут что делать, что не делать. Это крепление к самому монитору. И это сама нога. Ну вот она у LG, у телеков тоже такая дуга. По-моему, очень даже неплохая такая, лаконичная. И что еще радует, что рамочки вокруг экрана очень-очень-очень тоненькие. То есть, ну, это мне нравится. Все, буду монтировать, монтажить. Еще немного о содержании. Так, ну диск, как я уже сказал, HDMI провод, кабель. Ну, у меня свой HDMI получше, наверное. И что меня порадовало, что блок питания теперь маленький. У меня у предыдущего там, ну, классический блок. То есть вилка, вот такой вот сам блок питания огромный под столом и потом провод. А здесь все они наконец-то в вилку заключили. Вот. И классика жанра, это как вот часики, допустим, в панели Bentley, так клипса для проводов в упаковке LG. Ну, про другие мониторы не могу сказать, у меня только LG. Ну, как бы нравятся мне эти LG. Более того, что, тем более, что матрицы для большинства мониторов, по-моему, 99,9% производят именно LG. Даже для Apple техники, и Samsung, и всего остального. У них, я так понимаю, монополия. Все, собираю, хватит трындеть. Еще одна очень удобная фишка. Оказывается, что не надо никаких отверток, ничего. Я сначала думал, что надо откручивать вот эти вот винты, чтобы прикрутить саму ногу, скажем так. Но на ней нету никаких отверстий. Она очень просто. Она ставится вот сюда. И все. И защелкивается. То есть все. Осталось прикрутить только саму подставку. Очень удобно и классно. И один из самых приятных моментов — это снятие пленочек. Практически на всю ширину стола. Я раньше использовал два монитора. Ну, тот старенький, который вот перестал работать. И еще один дополнительный. Пока не поменял компьютер. Сейчас компьютер довольно-таки мощный. И не смог старый монитор. Ну, тот второй был еще более старый. Я не смог его подключить. Как бы, потому что новые там HDMI ходы, выходы, вернее, и пользовался потом только одним. И не хватало именно вот площади для работы. Для работы с видео, для работы с музыкой. Но теперь, я думаю, этой проблемы уже не будет. Но вернемся к нашим баранам. Кстати, помимо монитора еще заглючил компьютер, и я его сдал в ремонт, потому что, ну, что бывает редко, но впервые я не смог справиться сам и выявить причину того, что после сноса системы компьютер перестал реагировать на клавиатуру, загружаться. Ну, в общем, пусть, как говорится, компетентный человек, образованный, этим занимается. Благо, знакомых много. В общем, отдал в мастерскую. Ну и как вы уже поняли из названия, конкурс. Конкурс на канале, первый конкурс. Надеюсь, он пройдет не как первый блин, не комом, то есть, а все получится. И тогда в дальнейшем мы, вернее, я, ну и мы, то есть вы, будем прибегать иногда к конкурсам для того, чтобы поддерживать диалог между мной и зрителем, делать приятное зрителям, ну и делать канал популярнее, чтобы он, как говорится, катализировать рост подписчиков. Буду откровенен. У конкурса этого есть небольшая предыстория. Дело в том, что не так давно в Латвии вышел вот такой вот альбом «Времена года», «Года лайки», видите? Это «Времена года». Здесь есть 4 внутри альбома, вот 4 альбома, весна, зима, лето, осень. И почему я вам его показываю? Потому что непосредственно к альбому «Осень» я имею вот такое вот малюсенькое отношение. Каждый альбом
Это инструментальная музыка, то есть различные знаменитые треки знаменитых латвийских авторов. В том числе большинство из них имеет отношение непосредственно к маэстро Раймонду Паулусу. И все времена года сыграны на своем инструменте. То есть зима — это клавиши, то есть фортепиано. Весна — это гитара, лето — это струнные инструменты, и осень — это саксофон. Саксофон в этом альбоме, на саксофоне играет лучший саксофонист Латвии, и я с гордостью как бы могу сказать, что этот саксофонист, его зовут Зинтис Жварц, и он живет в Цесисе, что меня радует. И случилось так, что мне выпала честь отснять небольшой видеоматериал, то есть видеотрек, клип, называйте как хотите, к песне «Руденс Огла», что в переводе на русский означает «Осенний уголек», за авторством Раймонда Пауса. Вот. И клип имел успех, несмотря на то, что был снят за... 3 дня, за 2 дня снят и за день смонтирован. Все было в темпе, необходимо было быстро для презентации конкретно альбома «Осени». И эта песня, которую я назвал, она является как бы... презентует весь альбом. И к ней нужен был видеоряд, я его снял, его показали на телевидении, об этом написали все ведущие порталы страны, упомянув и вашего покорного слугу. Я получил свои 20 минут славы, как это говорится. Клип, ссылка на клип снизу. Это мой второй канал, кстати. Там я иногда выкладываю свои работы, снимаю свадьбы изредка. И там вы можете посмотреть то, что не можете посмотреть здесь. И кому интересно, можете подписаться, я буду рад. Правда, там материалы редко выкладываются, но иногда выкладываются. Так что подписывайтесь и будьте в курсе дел. Ну так вот, и этот альбом мы сегодня разыграем. Сегодня у нас 13-е, понедельник, 13 ноября. Завершится конкурс в субботу, то бишь через меньше, чем через неделю. И это будет 19-е, если я не ошибаюсь. Что нужно сделать, чтобы выиграть вот этот альбом? Вышлю я его или в страны СНГ, или в Россию. Кто выиграет, тому и вышлю. Денег не пожалею, но альбом доедет. Что нужно сделать? Итак, вам нужно выбрать одно видео из основных, то есть либо коп, либо рыбалка. Все равно какое вам больше нравится. Выбираете, делитесь им в социальных сетях на своей стене. ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, наверное, все назвал. И под этим видео, которое вы сейчас смотрите, вы пишете «Участвую в конкурсе» и линк, то есть адрес на эту ссылку. Ссылку на стену вашу, на ваш профиль, чтобы я мог посмотреть, поделились ли вы каким-либо видео. Это все условия конкурса. То есть участвую в конкурсе и адрес, чтобы я мог убедиться. Потом случайным образом будет выбран победитель, которому и отправится этот альбом. Подписчиков у меня мало, но все они у меня замечательные, то есть вы все. И комментариев пишут немного к видео. Поэтому шанс очень велик. Кто в школе комбинаторику изучал, тот знает. Поэтому ставьте лайки, делитесь. То есть надо поставить лайк, поделиться видео и поделиться видео в социальной сети, на своей стене. Что делать, у кого нет социальной сети? Зарегистрироваться в социальной сети. И тогда результаты конкурса я объявлю в субботу. Сразу же отсниму по-быстрому. Надеюсь, что компьютер ко мне уже вернется к тому моменту. И счастливый победитель. Счастливому победителю будет отправлен этот альбом. Как я его буду отправлять, упаковывать, я, наверное, тоже сниму и поставлю в лайв видео. Будьте терпеливы, новые видео не за горами. Участвуйте в конкурсе. И тогда вот этот замечательный инструментальный альбом. Такая музыка. У меня есть еще отдельно от него диск с автографом даже Зинтиса. Музыка офигительная. Я включаю в машине. Если у вас хорошая аудиосистема, в машине, дома, все равно где, это просто
эстетический, да простят меня зрители, оргазм. Вот. Так что, ну, я жду участников. Даже если 5 будет, все равно разыграем. Даже если 2 будет, разыграем. Даже если 1, все равно мы его разыграем. Ну вот, всем пока и до скорого.